2. Абсолютно ничего страшного. Вот это хорошие вот фильтры вот эти, ну ватные, как вот вы делаете, хорошо, оно хорошо дышит. А то, что черное, там просто что-то заселить, оно побелеет. Что было интересно, то что у нас мы засели банки, и на баночке, знаете, когда лезет мицелий по банке. А у нас осталась пшеница, не знаю, что случилось, как бы, ну, давай, Афанасий, давай засыпем. Засыпали в банку, и вот то, что осталось на стенках. На стенках он просто зарос пшеницу. Без инокуляции просто на этих банках. А вы ну, мицелий... в холодильник не ставите уже сейчас? Надо ставить, но я вам говорю, мы немножко так...